Приветствую, курсанты из онлайн. Это обучающее видео расскажет об основных принципах игры и управления кораблями, или гирами, как мы называем их здесь. В начале игры тебе необходимо создать персонажа. Для этого нужно выбрать сервер, ввести ник и выбрать аватар, а также любую из двух противоборствующих фракций. Ты можешь выбрать любой из четырех типов игровых корпусов. Кстати, в твоем ангаре есть место сразу для трех кораблей, поэтому в зависимости от стиля игры или цели миссии ты можешь модернизировать или пополнять свой летный парк. А теперь перейдем к типам кораблей. Привет, меня зовут Трики, а это мой Айгир. Его также называют Ишка или Рейдер. Меня всегда притягивали быстрые отношения и высокие скорости. И в этом Айгир похож на меня. Он самый быстрый. Все характеристики вашего гира вы сможете посмотреть в меню «Инфо о корабле». Мой же Айгир заточен под ведение непрерывного огня и поражение любых целей. Я Рон. Я родом из маленького города в пустыне, название которого тебе ничего не скажет. Там, где я живу, главный закон – закон силы. Наверное, поэтому я и выбрал Агир или танк. Мой Агир – самый тяжело вооруженный корабль из всех. На нем я могу доминировать не только в небе, но и на земле, превращая в груду металла любые цели. Кстати, когда тебе надоест крошить мобов просто так, попробуй пройти миссию. Для ее выбора воспользуйся комнатой инструктажа, либо кнопкой «Миссия». При выполнении начальных миссий ориентируйся на красные зоны на карте. Они помогут найти то, что тебе нужно. Удачи! Я стойка. Все считают меня редкостной стервой, вот только мне насрать, ведь я такая, какая есть. И если это кому-то не нравится, то он может засунуть себе свое мнение в задницу. А для тех, кто в танке, сообщаю, у меня есть красавец Бэгир или Бомбер. Он не только подходит для боев с наземными и воздушными целями, но и используется как бомбардировщик с большой дальностью атаки. С таким кораблем можно наказать любого засранца, где бы он ни находился. Кстати, по ходу игры вам будут попадаться различные предметы, и большинство из них до 10 уровня вам нахрен не нужны. Весь этот хлам вы сможете увидеть у себя в инвентаре. Чтобы вычистить его, продайте это дерьмо в магазин. И еще один совет. Не стоит вставать у меня на пути, придурки. Добрый день, я Кевин. Когда-то я был сорвиголовой, но годы изменили меня и охладили мой пыл. Если в юности я без раздумий вступал в любую схватку, то теперь мне важнее помогать сражаться молодым пилотам. Поэтому мне лучше всего подходит М-гир, он же медик или эскорт. Этот транспорт поддержки предназначен для прикрытия основных сил, а также ремонта кораблей своей фракции. Для того, чтобы не быть застигнутым врасплох, М-гир обладает повышенной маневренностью, а также большим запасом топлива в баках. Поэтому если вас подбили, можете смело рассчитывать на помощь. И запомни, для того, чтобы знать, где ты находишься, всегда держи в поле зрения карту и пользуйся клавишей М. Всю актуальную информацию о миссии и управлении кораблем можно получить, нажав кнопку F и F1. А еще не забывай следить за тем, чтобы в инвентаре оставались свободные слоты. На этом, пожалуй, все. Береги себя.